Murder Us. Не, не то. Imposter Inside Us. Да ёпта, шо это вообще? Among Us. Игра, которая стала настолько известной, что даже моя бабушка знает, что нужно выбрасывать листики на У2. И, конечно, у этой игры появилось очень много клонов убийц. В некоторые из них мы уже поиграли. Но сегодня я вам предоставляю новую порцию пародий на Among Us. И вообще, ставь лайк, если ты не Murder Us. О, господи, это же какой-то говно. Por favor, me gusta. Деспасито. Мы в дебильной игре, поэтому мы должны себя вести как дебилы. Я еще ни разу не играл в эту игру, но давайте попробуем. Нажимаем кнопочку play. Я детектив. Что это значит? Что значит, что я детектив? Что? В смысле, какой нахрен детектив? А что я должен делать? Кого? Кого? Что происходит? А что у меня за кнопочка? Что она делает? Хорошо, эксперименты какие-то. Нужно следить за всеми. У меня нет никаких заданий, поэтому я буду просто смотреть за всеми. А, подожди, эта кнопочка есть. Так. Я нажимаю на кнопочку. Нажата кнопка аварии. Я включил аварию! Я там авария. Нажата кнопка аварии. Так, подождите, подождите. Можно вопрос? Что за хрень тут происходит? Я думаю, что это Юля. Я тоже, давайте, голосуем. А как голосовать? Алло. Так, все, давай. До свидания. А я-то что? Кто-то был выбран убийцей. Он не был убийцей. У меня какой-то хреновый детектив получается, я смотрю. Что в этой игре вообще делать? Что это за бред? Что это за кнопка, которая у меня есть? Она не нажимается просто. Убийца выиграл. Ура, я победил. Два убийца, один детектив и семь... А что такое тип общественный? Жень, так у тебя... Это общественная работа. Мы в общежитии. Мы в общежитии, ребята. Я обычный мирный житель, ну наконец-то я хотя бы задание смогу, наверное, выполнять. Так, я иду выполнять задание. Да, я иду выполнять задание. Только где их выполнять? Спальная комната. Что там здесь можно делать в этой спальной комнате? Наверное, можно поспать, не знаю. Где вообще что делать? А что это такое? Спасибо. Это вот, то есть я, да? Вот это я. Прикольно, меня просто взяли и убили. Что, я хочу нажать на кнопку. А, это я типа выполнил задание. Нажата кнопка аварии. Капец, авария. Аварию сделали. Да, Юля? Увеличьте ценность брусов каких-то. Каких нахрен брусов? Нет, я такого не знаю. Ой, а что все трясется? Так, нажата кнопка аварии. Авария, ребята. Нажать кнопку аварии. Я понял, что убийца Murder Us, потому что у него ник есть Murder, потому что он убийца. Мне кажется, это СДГЗ. А почему СДГЗ? А потому что Murder Us только что делал задание, по-моему. Тогда это СДГС. А, я... Ага. О! Ура! Мы победили! Мы выиграли! Сраное говно, я опять мирный житель, я заколебался уже, вы посмотрите на меня, это человек, измученный жизнью, я хочу быть предателем, я хочу всех убить, но мне просто не дают никого убивать. Что нужно делать? Подводите иглу в точку. Что? Чего, блин? Какую нахрен? А, понял, я иглу подвел в точку. Чего? 2, 3, 4. Да ёпта, я не успел. Нажата кнопка аварии. Да, опять авария, господи, что такое? Я не теряю надежды. Это оранжевый. Это Саша. Вы что, это не... А это Юля, это Юля. О, нормально. Я вам говорю, что это Юля. Это не я. Аварию, аварию нажимайте, у нас авария. Нажимаю на кнопку аварии. Так как бог, кому аварию нажимаю. Это Юля. Это Юля. Это не я. Это Юля. Блин. Ты чего? Я ничего не понял. Кто убийца-то тогда? Вообще ничего не понятно. Ладно, хорошо, пройдем какие-то задания. Опять авария, капец, ребята. Подождите. Это Murder Us. Это Murder Us. А вообще, я не могу за него... А, все. До свидания. До свидания, fuck you. Меня убили. Смотрите, мои ноги вошли в стену. Я ногой топаю, смотрите. Тварь. Это видео пойдет. Это точно пойдет. В смысле? Если мой рюк не попадет в серию, я обижусь. Все хорошо, попадет, он будет в переходе. Ура.
Я буду делать вид, что я предатель. Так, Саша, пошли. Ой! Ой-ой-ой! Что, нужно мусор выкинуть? Я выкидываю мусор, ребят! Отстань! Отстань, не убивай меня! Не убивай меня! Не убивай! Ой-ой-ой, красный. Всем привет, девочки. А хотите знать, как я так быстро похудела на 50 тысяч килограмм? Я купил препарат Анорексия ТВ. Не хватит времени нам. Не хватит времени нам. Получает вечный пан. Все, начинаем, заколебали. Все, я ливаю из этой игры, нахуй. Imposter Inside Us. Так называется наша вторая игра, и, что? Мне тут предлагают сразу выбрать, буду я предателем или... человеком? Не, ну раз тут сама игра предлагает выбрать, за кого я буду играть, я буду, конечно же, играть за предателя. Все, погнали. Какая тут забавная музычка играет. У нас тут есть карта. Ничего мне, конечно, не напоминает эта карта. А как ее выключить? Подождите, а, вот. Окей, я иду куда-то вперед. Я вижу какого-то чувака. Марти, Марти. Это тот самый Мартик, он из будущего приехал. Так, Марти, а ты не хочешь сюда пройти? Не хочешь? А, ну ладно, тогда я тебя убью, ты не против? Как тебя убить? Ни хрена я жесткий. Я убил! Как? Как его уже зарепортили? Это Боб. Это Боб. Алло, что в меня голосуют? Так, Боб, давай, до свидания, уходи. Ага, Боб не был предателем. Бедный Боб. Ага, тут что-то происходит. А, ну кто-то сканировался. Братан, тебе, по-моему, нельзя сканироваться, я тебе говорю. Тебе нельзя сканироваться. Тебе запрещено сканироваться. Сканирование запрещено у нас. Что за бред? Не, ну слушайте, графон здесь уже получше, чем в предыдущей игре. Алонсо труп нашли. Так, кто же это? Кто же это? Я думаю, что это Стефани. Клевингер. Это Клевингер. Клевингер, это Клевингер. Вот этот вот зеленый. Голосуйте в зеленого. Я говорю вам, это зеленый. Кого? Почему меня проголосовали? Вы что, охренели? Я не убийца, предатель. Я проиграл. Ладно, за предателя у меня не получилось, поиграю за не предателя. Я обычный человек, и я пошел выполнять задание. Опа, у меня тут есть задание, хорошо, проходим. Что, это я прохожу уже задание? А. Я прошел задание, ребят, я прошел задание, все в порядке, все хорошо. Понятно, то есть тут все задания, просто нужно подходить и ждать. Интересные, конечно, тут задания, хочу вам сказать. А что, сегодня будет какие-то вообще убийства происходить? Я хочу убийство, убийство... Манзона убили. Динотейл была рядом, где убили. Неправда. Динотабли. Это Динотабли. Короче, Динотабли, это Динотабли. Голосуем Динотабли. До свидания, Динотабли. И что же, Динотабли был ли Динотабли предателем? Динотабли был предателем! Yes. Ну что, вот так вот нужно играть за мирного жителя. Я просто, я победил, меня тут все хвалят, спасибо, спасибо. Не, ну так не пойдет, я должен выиграть за предателя. Я сейчас поставлю себе ник Not Murder, то есть не убийца. Все, погнали. О-о-о, вижу, вижу, какую-то ред вижу, ретард. Ой, извините, я даже вас не хотел убивать, но... Да ладно. Да как сразу нашли-то труп? Шафер, Шафер, это Шафер, ребята, это Шафер. Так, меня один проголосовал в Шафера 2. Все нормально, Шафера убили. Я not murder, видите, я не убийца. Меня вообще голосовать запрещено. Мне кажется, тут трупы как-то сами по себе репортятся. Потому что тут вообще никого рядом не было, а он сам репортится, этот труп. Давайте мы Эму грохнем. Ой. Так. Все, я репорчу труп и сейчас говорю, что это Сабин. It is Сабин. Я видел Сабина возле трупа. It is Сабин. Все, голосуем в Сабина. Yes! Молодец, Савьер! Так и надо ему, так и надо этому Сабину. Пока, Сабин. Сабин не был предателем. Да, я... Вот так вот учитесь. Учитесь играть. В смысле луз. В смысле луз. В смысле луз, я не понял. Я вообще-то выиграл. Ребята, если вам вдруг понравилось, тыкайте лайки, я запишу третью серию по разным пародиям на Among Us. Так что подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. И пишите в комментариях, в какую пародию на Among Us мне поиграть в следующий раз. Ну а с вами был Жека Ас. Among Us. Собакас. Пришла сюда. До свидас.